пожарах, бурях, наводнениях кругом и миллионам путь спасением не знаком. Скажи кому-нибудь сегодня о Христе, о том, как умер Он, страдая на кресте, что скоро Он придет. Что в жизнь без смерти людям дать, где зло не будет вообще существовать. Скажи, что каждый сделал выбор для себя, идти к Христу или погибнуть навсегда. Но если будешь ты молчать, пойдет рука, чтобы сказать, а что тогда Христу ты будешь отвечать? А что поверить каждый мог твоим словам? Ты своей жизнью докажи, что веришь сам. Пусть будет Бог прославен в деле и слова, что в семя истины зашло в людские сердца. Скажи кому-нибудь сегодня о Христе, о том, как умер Он, страдая на кресте, что скоро Он придет опять, что в жизнь без смерти людям дать, где зло не будет вообще существовать. Скажи, что каждый сделал выбор для себя, идти к Христу или погибнуть навсегда. Но если будешь ты молчать, пойдет другой, чтобы сказать, а что тогда Христу ты будешь отвечать. Жди, когда тебя особо позовут. Сам Бог зовет сегодня всех на этот труд. Он помощь Духа своего дать обещал, что зов спасения всюду громко прозвучал. Скажи кому-нибудь сегодня о Христе, о том, как умер Он, страдая на кресте, что скоро Он придет опять, что в жизнь без смерти людям дать, где зло не будет вообще существовать. Скажи, что каждый сделал выбор для себя, идти к Христу или погибнуть навсегда. Но если будешь ты молчать, пойдет другой, чтобы сказать, а что тогда?